друзья, всем привет! Это наша Окро. Последний раз я вам ее показывала, ей было, кажется, 6 месяцев. А теперь ей уже год и 5 месяцев. И она уже даже мама. Вот так получилось, никто не планировал. Повязались собаки наши через вольер, Окро и Басар. Кто не знает, Окро — это дочь Рони, чемпиона Грузии 2020 года. Окро к нам прилетела в 2020 году осенью. Был жесткий карантин, но мы смогли ее привезти, чему мы очень, конечно, рады. Назвали ее Окро, что с грузинского переводится как золото, золотая собака. Друзья, мы знаем по верху родословную Окро. Я вам сейчас коротко расскажу. Значит, все началось с грузинской собаки, которую зовут Большой Бора. Большой Бора повязал Тату, и родился Тарзан. Кто знает, Тарзан дрался еще в Казахстане. Его уже назвали по-другому, его украли и увезли в Казахстан. Тарзан — это отец Бабрии. Бабрия — это очень классный грузинский боец. Сейчас вы увидите фотографию Бабрии на экране. В честь него мы даже назвали одного сына Окро. У нас так, что во дворе теперь ходит маленький Бабрия. И от Бабрии родился Надира. А Надира — это отец Рони. И вот, наконец-то мы пришли к нашей Окро. От Рони родилась Окро. Это по верху родословная Окро. А по низу тоже очень все интересно. Друзья, по матери. Окро — это дочь Касы. Каса — это дочь Махо и Бели. Махо, естественно, наши подписчики уже, наверное, знают все. Да и вся Грузия его знает. Это чемпион Грузии 2010 года. Шикарная собака. Еще раз его покажем вам на экране. А Бели — это дочь старого Мгело. Старого Мгело вы тоже должны были уже видеть в наших видео. Это шикарная собака. Боец, которого знает вся Грузия. Тоже сейчас покажем вам его на экране, чтобы вы еще раз его увидели и уже запомнили. А старый Мгело — это сын Таты. Друзья, Тата — это дочь старого Бугара. То есть идет накопление кровей старых грузинских собак. Ах ты моя золотая!